вырвался, вырвался. Что, подбиваешь бабки? Куда ты пошел? Тем более на таком кукурузнике, блин, чувствуешь каждое облачко. Опа! Смотри, жужу работает. И правый, и левый жужу работает. Жужукает. Сейчас нас кисари выбросят. Слушай, вороны летят рядом с нами. Все. Можешь выключать. Алекс, я снимаю, можно без этих? А. Да. Синий туман. Ну что сказать, буду краток. В общем, нет слов, бля. Просто я удивлен. Ой, тёлки пошли. А чё они везут? Не отвлекайтесь. А... Нет слов, да, вот выразить свое вот это вот восхищение, бля. Ну просто пи. Крутые бои смайли. Смотаем километр. Хита шаме бе, дейшар боима бе. Шарлотушон. Что-то мне хреново. Читайте «Отче наш». Не, он говорит, повторяй за мной «Отче наш». Это поля, бля, маркиза Карапасов. Вот там видишь справа, это мой друг. Там справа, да? Да. Ну, быть лидер, вот. Он сейчас, бля, повторит опять. Как на главке. Он сейчас повторит, бля, мертвую петлю, бля, это больше. Ну и ты что-то помашил уже. Ну что? Он, צוות המדריכים של ארקיע, ואני יחד עם גדי, המדריך של האוטובוס השני, נדריך אתכם במהלך החופשה שלכם פה בכיף גדול. אנחנו היינו עם המחזור הקודם שלכם לפני מספר ימים והיה באמת כיף, אז אנחנו שמחים לקבל את שאר הנשים בעבד קיסר. אני אתן לכם, אני יכולה להראות לכם איפה הרובע היהודי ואיפה אנדרטה ליהודים שנספו בשואה. אז אמרנו שזה מיעוט האוכלוסייה, ואנחנו לא כל כך יכולים לראות באופק. אתם יכולים לראות איזשהו כחפש של הרים באופק, טורקיה. זה הצד הטורקי, הים קצת סוער, אם תרצו לנסוע לעיר, אמרתי, אז אתם משלמים לנהג יורו 60, כדאי שיהיה לכם עודף תמיד, וזה פשוט לגמרי, אתם אומרים לו שאתם רוצים להגיע לסק שאותו סמית הגיע לגור בה, תראו איזה יופי בצד שמאל, קראו לה ההר סטפנוס הקדוש. ומה שקרה, באחד מהימים, בעודו יושב לו בווילה שלו ומשקיף לנופים היפים האלה, ככה, ל... זה טוב. צעד שני. צעד שני. Thank you.
это наш номер. В принципе, неплохой. Вот нам с Алексом постель для новобрачных. Сейчас поищем Алекс. Алекса. Алекс, умное лицо, пару слов. Как ты в восторге от Эвенки Сар? Я сказал умное лицо. Понял. Мы бы тут джамбаны. Адриатическое море. Вид с нашего номера. Пятый этаж. Красотень просто, можно сказать, офигенная. Вода, можно сказать, неимоверной красоты. Приехали, пообедали, пошли, сняли машину. Вот она, крайняя в уголочке. Сейчас поедем кататься. С той стороны видно Турцию. Вот это турецкие горы. Алекс, Турция? Да. Ну чё, ну точно такие же. Вова, я снимаю. Скажи, что это умная, лянь, красивая улица. Красивая, лянь, красивая. Ну всё, молодец. Это порт Колоса. Это знаменитое на весь мир. Это чудо света, не помню уже какое. Колос. Это крепость вокруг этого порта. Это мы нашли какую-то пещеру. Я даже не знаю, что это такое. И в ней никого. Вот такие иконы висят. Притом довольно-таки старинные иконки. Посмотрели они, никого. А я? Можно зажечь свечу, что я и сделал. Вот мы сейчас зажжем. Жека, чтоб мама твоя выздоровела. Или Коля. И Жека тебе за тестя, чтоб здоровый был.
Едем на Линдос. Направо. Линдос направо. А что на этом Линдосе? Старый город. Линдос – старый город. Нет, не старый. Старый город. Акрополис. А, Акрополис. Тоже красиво. Греческая церковь. Давай, обгоняем греческую армию. Всю армию. Интересно, она тут вся или еще остались? Впереди наш автобус. Ну мы же как эти, мы же на своей машине. Если бы еще водитель у нас был. Эти. Опаньки, вот это красиво. Ай, ебать. Открой, закрой форточку, так уже у меня, блядь, продуло. Так, сука, я же типа курю, брат. Вчера чуть не сдуло. Он нас сделал. На 100 раз сильнее. Оливковая роща. На ослах. Ну, типа, да. Осла. Мы, ты про осла читал? Чё? 5 евро в одну сторону. А, да? На человека. А если мы троем на одного осла залезем, как машину сняли? Обратно осел уже не идет. Не, ну тут давай, скажем, мы снимаем, посмотрим на осла, что он целый, здоровый, типа, петух есть. Что сказать? Ну, что сказать? Наш водитель, Александр. Лохнет! Постоянно. Наша машина. Постоянно. Вот это Алекс. Наш личный водитель в Греции. Вот. Кстати, прекрасно владеет 3 языками. Русским, английским. И все, Вова, все. И все. Да. И все это тоже язык. И третьим. Алекс вообще очень порядочный, приятный парень. Вот он давно живет в Греции. Вот, ну, как бы, ну, вот, как бы, незаметно, что он принял вот этот вот греческий фуфлыжный менталитет, вот. А вот это наш пассажир Вова. Да, меня взяли. Трэмпом. Если среди нашего видео репортажа попадутся такие слова, ну, как бы, скажем, не такие. На греческом. Да, на чисто греческом, вы не удивляйтесь, потому что Вова слишком давно уже прожил в Греции. Да, и как бы мне, я забываю русскую речь. Да. Я очень мало общаюсь с русскими. Вот, да. Владимир, а можно пару слов на греческом? Папандопалас, запупукалас, захуякалас. Спасибо, Вова. Сейчас вы прослушали репортаж на чисто греческом языке. Для реальных пацанов греков. Греческие горы. Уверен, что это греческие? Чем они отличаются от израильских гор, я не знаю. Каменистостью. И греческостью. Нет, кентавр. Кентавр. Судя по указателям, впереди кентавры. И пегасы. Пасутся. Пасутся. И пегасы. Насчет кентавров мы знаем, насчет пегасов мы поинтересуемся у нашего грека. Ну что вам сказать? Пегасы, блядь. Это национальный, как бы, вот, да, такой колорит греческого, вот, ну, греческого острова Родос. Как это по-вашему, по-русски? Да, по-русски у вас это называется по-другому, вот. Ну, я забыл это слово, вот. Ну, хотя бы приблизительно. Ну, типа вот как-то вот, типа похоже вот на море, вот, да, вот это гегегейское. Ну, тут что-то такое слово у вас есть там на русском. Некрасивое слово, вот, но довольно-таки актуальное в нашей современной жизни. Вот, вот например, целый автобус едет эгегейский. Кипарисовая роща. А вот сейчас мы совершили интересный обгон. Это, наверное, чисто греческий обгон.
Вот. На перекрестке уйти вправо, вроде мы поворачиваем, и до времени вернуться влево, даже не включая поворот. Так поступают чисто греческие водители. Реальные греческие пацаны. Вот они! Да. Ура! Точно как на Голлана. Долина. Да, напоминает спуск на Кеннеди. А вот директор нашего завода. Линдос. Это фотографирование нажал на выключение. Уважаю. Давайте сфоткаю. Сфоткай, как я снимаю. Еще. О, сосликов, давай сюда. Чик-чик-чик. Я на графе будем брать. Ну, холоди нахуй. А? Да. Вот тебя послал. Последнюю речь можно повторить? Щелки не есть. Айфуна? Да. Там, знаешь? Ну, это на среднем. Брыз. Что-то есть? Жаль, что туда. Я бы не шел, говорить что-нибудь. Дети мои. Про... давай, что, второй дубль, что ли? Про покой. Про покой. Главное, не на упокой, и не за упокой. Громче. Ну, нахрен нам открываешь. Представляешь, что такие это, порезанные. А такая, после Адвила можно пиво? Когда ты пил Адвил? Он 8 часов не стоит. Ну, так поэтому он вчера такой весь день был. Три таблетки Адвила, блин. Да, во, прет тебя хорошо. Ну что, парни, отдых проходит классно. Чебараны, да, поехали автобусом по магазину. А мы себе, пожалуйста, пиво, метакса, море. Порежешь меня со своим поломанным пивом. Эгейское. Что за как, да? Эгейское море. Дай мне этот самый, чтобы на нем можно было по шетаху покататься. Это крепость чего? Линдоса. Апокалипсис. И вообще Греция. Греция. Пиво. Видишь, лежаки. Апокалипсис или как оно? По греческому флагу. Слышишь, как называется? Апокалипсис или как оно? Акропосодис. Ова, лесбос и лесбос. Это разные вещи. Я говорю, это крепость называется. Апокалипсис или как? Апокалипсис — это когда мы уже все, и мы никуда не доедем больше. Да. Уйти душу. А ты что, снимаешь? Нет. А что такое? Акрополис. Акрополь, апокалипсис. Акрополис. Акрополис. Спагетти, фрути, море, прайсис, фреш. Руси, русиш, ублюдишь, туристов. Тигель, тигель, ай-лю-лю. Алекс, Михаил Светлов. Ту-ту. Все, туши. Тушите свельки, дай гранаты. Вот там снимаешь. То, что ты сказал, снимать. Что ты мне этих немок снимаешь? Ты меня снимай. А что, у нее красивее, чем у тебя. Ну. Как ну? Хочу, ну-ну. Ну-ну.
Что, молиться собрался? Китай такой, мы когда в крепость туда под, ну, поднялись на фото. Аллах-Акбар. И так, короче. Тагиали шама адакаце ямани. Тататире хавала разман. На четверых мы заплатили. Ну там еще креветки, что там было. Короче, 400 шакалов. Чего 400? Слух, подожди. Шекелей? Где? Под Саланде? Венок дорогой. В Америке дешевле. Я тебе говорю, мы набрали, знаешь, сколько? Ты сказал 2 килограмма. Так, а кроме этого еще там 3 где-то, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Батарейку базарил. Кранты твои батарейки. Ну так у меня в сумке еще лежит. А? Что в сумке лежит? Ну, меняй. Слушай, дай пожрать, я голодный. Снимай его, блин. А он будет жрать, я буду его снимать, блин. Ну и что, мы себе плохую экскурсию сделали? Офигенно, а? Мальчик, пукающий мальчик. Слышишь? Нет, скажи, мы плохую себе экскурсию сделали. Неплохую, давай останемся, билеты перенесем. Сейчас бы мотались бы по этим... Джомби взяли.
לעצירת המטוס, עדיין לא הגענו לעמדת החנייה, אנחנו ממתינים